казахам это модно. Можно делать что угодно, где угодно, как угодно, чтобы было жить удобно. Реальные бабки, чартерные тёлки, перед тобой суетятся все как пчелки. Мы брюлики покупаем тоннами, воротим не тысячами, а миллионами. Европа, Бали, Дубай, Анталия, нет места теперь, где еще не бывали мы. В кошельках наших не бывает защелок, когда вокруг столько роскошных тёлок. С круглыми, как юрта, попами, торчащими у входа толпами, с пошлёвыми, как шейхи, бабами, гребущими золото своими лапами. Все то, что рассказано, с реальностью связано. Не просто слова, на деле доказано. Уж так получилось, что мы такая нация, которой пофиг у тебя популяции. Быть казахом — это круто. Для тебя весь мир как будто создан из клуба. Тёла Бенки, Егор. Быть казахом — это модно. Можно делать что угодно, где угодно, как угодно, чтобы...